Очередная распаковочка. Штатив пришел. Будем открывать сейчас. Даже с уровнем. Здорово. Для чего этот болтик? Ладно, сейчас сообразим. Понятно. Затягивать, чтобы он зафиксировался там. Так, подтягивать надо. Телефона. Так, высота у нас. О, зажимчики, вот они, чтобы регулировать, я так понял. О как, о как. В итоге сломал я этот штатив. Вот метр здесь, он почти метр, там чуть-чуть не хватает. Вот сломал что? Ну, в принципе, я так и не понял, оно было сломано или нет. Вот эта вот вещь должна втыкаться вот сюда. Но она не держится. Я здесь там должна была распорка стоять. Но она стояла, я ее сломал сразу же. Вот. Сейчас буду что делать? Сейчас вот эту вот вещь попытаюсь срезать и клеем заклеить электрическим, ну, под электричество, карандашом. Решил я просто взять сюда, налить клея и заклеить. Сейчас сюда суну ее. Все, теперь пусть стынет. Все, я заклеил. Чем мне нравятся китайские вещи, они быстро ломаются и быстро чинятся. Отремонтировала ее. Заняло у меня не очень много времени. Вот прибор готов к работе. Можно устанавливать телефон или камеру. Вот. Мне он по пояс. Вот. Так что такие дела, ребят. Кому понравилось, лайки ставьте. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.